Ремонт и утепление окон не требуют крупных вложений в бизнес. Нужны только знания и умение выполнять работу качественно, быстрое исправление ошибок. Востребованное направление в бизнесе – ремонт пластиковых окон. Это 95% от всех заказов. Следующее направление – ремонт деревянных окон, снабженных стеклопакетами. Третье направление – алюминиевые конструкции. Из них выполняют остекление фасада в местах, где не выдерживает пластик. Недостаток подобных конструкций – ограниченность ремонта и регулировки. Мягкий и гибкий пластик позволяет отремонтировать самое безнадежное окно. Компаний, оказывающих подобные услуги, немного. Услуга оказывается в качестве дополнительной из-за низкой доходности и тарифов. Ремонт окна обходится в 10-15% от цены нового, около $30. Техническое обеспечение остекления основано на утеплении, комплексном ремонте и замене окна. Утепление и ремонт более дешевые и выгодные. Под утеплением понимают заделку щелей и неплотности без изменения светопрозрачных характеристик. Сроком службы краски определяется гарантия в 3-7 лет. Комплексный ремонт – это утепление и замена светопрозрачного заполнения. Раньше для начала бизнеса достаточно было $1500, но сегодня, чтобы открыть бизнес, потребуются крупные инвестиции на внушительный перечень оборудования. С помощью фрезерной машинки делается паз в косяке и впрессовывается утеплитель, гарантийный срок которого составляет 15 лет. Резиновый профиль для утепления можно приобрести в строительном магазине. За утепление окна можно взять $50, за один профиль – 15-20. Мастера за день утепляют 5 окон, 70% идет на оплату работникам, чистая прибыль – 30%. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.